Пресс-секретарь президента Асхата Лагозов прокомментировал расследование журналиста Болота Тимирова. В материале расследователь заявлял, что Садыр Жапаров рекламирует карты Тулпар, а выгоду от их продажи получают иностранные компании. Главой первой компании выступает россиянин Джурат Закиров. Тем временем вторая компания находится в Кипре, в офшоре, заявил журналист. Болот Тимиров, сразу как вышел пост главы государства, слепил новое расследование, попытался все привязать к главе государства. Если говорить про Тимиров Лайф, они взяли за прикучку выдавать желаемое за действительное. Мы не раз убеждали, что их материалы не подкрепляются фактами, зачастую они делают однобокую политику, считает он. Лагозов отметил, что самое главное для главы государства – внедрение безналичного расчета. По его словам, Садыр Жапарову неважно, проводит это компания или частное лицо. Он, Болот Тимиров, говорит, что президент поддержал повышение тарифов. Если посмотреть пост президента, там говорится, что стоимость за проезд будет сохранена. Единственное, президент говорит о переходе на безналичный расчет. Добавил пресс-секретарь главы государства. Ранее президент призывал бишкекчан покупать карту Тулпар, чтобы их не затронул рост тарифов на проезд. Перед этим мэрия Бишкека предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме. По данным муниципалитета, тариф могут поднять до 30-40 сомов. Сейчас проезд на муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной – 20 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд стоит 20 сомов.